Нет, стойте! Что, ну, вставай, да? Все, готовы? Не, а что, отсюда идти? Готовы. А где толкушка? У кого? Где толкушка? Толкушки нет. Ну все, сейчас надо сразу вот мою землю и заталкиваем. Вот он. Вот он. Так. Оп, чуть не вспомнил. Не, надо длинную. Делал все земли. Вот, не готовы, кто еще мешки-то будет? Бачки, нет, надо мешки забрать. Мы подохать, смотрите, сейчас всю землю нашу смоют в обратно. Ты там стой, мы будем тебе подавать. Основной поток сейчас закрыть. Несколько мешков, наверное, надо, да? Смотрите, ну сразу же куда. И все, куда? Надо поправлять. Что, ну поправляйте. Так поправлять-то надо, тут стоять. Поправлять. Ничего туда не поправлять. Ногой прям, кто тут? Подожди. Во. Ногой. А ты так не закроешь. Лёх, на выходе ни туда вы не сделаете. Вначале эту снимку, а потом туда забросите. Давай, что еще? Бросай. Порвали сейчас вообще. Ага. Мы сейчас пускаем, поставим. Чтобы... Мешки с глиной. Давай еще один туда ставь. Дырки ставь. Вот и дырь. Вот, сейчас мы забросим. Лёха, отходи. Отходи пока. Да, подожди. Монета, брось. Нет, подожди, а ну туда можешь поставить. Да, ставь сюда еще. Стой. Поменьше мешок, может. Вот он, Лёшка, правильно. О, сразу реально уменьшился поток. Так, надо это. Так, давай, отходи сейчас. Подожди, сейчас, вот сюда. Нет, ты потом... Ну, глины, дайте ему глины. Ты сейчас забьешь там... Дырки останутся еще. Вот это, шерсти положить там. Между мешками. Да, шерсти, наверное, надо будет. Лёх, убирай его. Мы сейчас, ты, самое, между мешками будем бежать. Ну, пока его поставьте на ступеньку. Пакли за это заложи маленько, и мы сейчас сверху глины. А где толкушки? А вот она. Подожди, Саша. А видишь, она эти, она мешки. Надо маленькую палочку дать. Вот это, Леша, получится. Маленькую, да, чтобы мешки не порвать. Ну, где порвется. Вон в самый угол, запихни вот туда. Туда. Вот. Еще. Вон, даже там. Там земля, потом сверху мешки еще. Откуда вот это фонтан? Вот где фонтан запихивают туда. Между мешками они идут. Вообще вся плотина на шерсти держится. Вот отсюда это идет, с этой стороны, сзади тебя. Это вся, больше нету, да? Есть. Где-то я еще мешок подносил. Мальчик там много должен быть. Дай бог здоровья, да? Вчера. Ну, мешок такой этот, штуки, не белый, свежий, лежит. Настриженный. Все, теперь отходи. Сейчас. Давайте, и это сильнее, это надо будет, это... Трамбовать, блин. Ну еще сверху он большой будет трамбовать. Еще есть 6. Если надо. Угу. Потом вот эти вот там уже отверстия, их туда тоже надо забить сейчас. Да. Чё? Ну вот эти вот все пустоты забивайте, вот шерсти. Ну да. Забивай. И потом мы глину сейчас. Там вода все перестала? Почти. Да. Все, больше ничего нет. Рема, наверное, пошел через дерево. Опа! Короче, даже и там нет. Только один поток. Еще казалось. Идите, стригите быстрее. Все, последний. Последний? Ну вот. Вон там. Давай поэкономнее. Ты теперь герой ролика будешь. Звезда интернета. Звезда, да. Звезда YouTube. Вообще все. Отходи. Уходи. Мощно держится. Так, трамбой. Виктор, снимай, как батя ты работаешь. А подожди, катер это трамбой. Это. Давай я трамбовать надо прям. Да, трамбовать не надо. Короткая, да? Ух ты, больше нет у нас палки. Подожди, блядь, это не надо камни-то такие там. Это сырость. Сырость тоже, она. Ничего себе.
мешки еще мешки. Нет, батька, наверное, хватит. Давайте мешки еще положим. Вот, ну, вот, пирогом. Ну, здесь даже мешки не закрыли. Пирогом. Вон туда. Я не достану отсюда. Киньте еще вон туда. Сбоку кто-нибудь бросит. Еще. Еще. Ну вот, Ермак идет. Он другой дорогой пошел. К шапочному разбору. Все, да? Значит, мешки теперь. Да, сейчас мешки. Да. Может, у них плашмя класть? Так? Да, так, плашмя так лежит. Да. Вот так. Держи, давай, держи резан и кинем. Вот, вот туда, вот так, да? Ага, да. Давай туда, вниз, давай. Оп, кидай. Оп. Давай здесь. Сейчас, чуть-чуть разыкивают. Много, да, набрали? Еще ничего, можем туда, наверное, еще прям так, бросать. Да. На остатки, да, можно будет побросать. Так, подкидайте чуть-чуть. Отходи. Это мне надо будет. Чем можно, хороший. Слушай, а может быть так вот ее ставить на этой стадии? А, может, да, не засыпать сильно, но... да? А то вдруг что-нибудь, да, опять. Да, давайте, кстати, так. Тихо, тебе зачем вот это? Там ходить, наблюдать. Вот. Да, она же сейчас. И потом уже засыпать. Ну правильно. А здесь она ничего не даст. И пока оставить, да? Да, да. А то потом опять копать это будет. Кстати, хорошая идея. О, так она вся разета. Чего? Надо было перевернуть ее, конец-то это. Ну, не тем концом долбить. Саморезы. Держит там саморезы, когда она держалась. Вот такие саморезы. Весь саморез здесь, а это конечно. Больше не хватило. Отсчет. Вот что-то проделано работает. Товарищ главнокомандующий. Группа в составе задания выполнена. Штаб, да, доложить в штаб. Руководящий операции, Святой Отец. Ну что, остановили пока, не знаем, что дальше будет, пока остановили. Ничего нету. Какие доски поднять, куда поднять? Мы доски сейчас все убрали совсем, чтобы там туда, чтобы здесь меньше напора. Поток было. Метра три, наверное, шириной был. Ну, да, знаю, на коров. Мы все доски убрали с короба, чтобы вода туда шла вся. А то у нас здесь напор сюда больше, и она опять пойдет. Будет тем разговеться. Ну, нам хоть сколько есть, здесь нам сейчас уже не поднять. Посмотрим сейчас еще. Ну, потом поднимем, потом будет, когда сейчас еще, сейчас не знаю, она может еще где-то здесь сейчас пробьет. Там ниже можно еще. Что ночью там будет дежурить здесь? Здесь что делать-то дежурить? А что как с пакетом? Ну, ночью дежурить, а что ночью дежурить? Мы сюда побросаем. Слушай, они живые. Что, еще там что-то есть? О, Алексей на рыбалку вышел. Давайте побросаем. Не надо заботиться о завтрашнем дне. Эх, почему же я раньше не спустился туда? Мешки-то у нас есть, долго набрать. Давайте еще мешки наберем. Кто здесь? Давайте набирайте вот эти. Наберем и все туда побросаем. Оно уже меньше будет давить.